Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию обзор на два интересных набора от фирмы Эльф. Фары для автомобилей. Часто моделисты, особенно начинающие, задаются вопросом, как сделать красивые натуральные фары. И в этом, друзья, вам помогут вот такие вот наборы дополнительных аксессуаров от фирмы Эльф в масштабе 1.35. Набор под номером 3501 и набор под номером 3502. Очень хорошие дополнения, друзья. Причем вы берете это не на одну модель. Посчитайте, какое количество фар в данных наборах. То есть здесь можно реально сделать, если использовать, например, даже по 3 фары, то моделей на 6, на 7 хватит без проблем. Сейчас распакую и посмотрим более подробно и внимательно. Рассмотрим набор под артикульным номером 3502. И смотрим, на какую технику подходят данные фары. Здесь все написано. Использовать можно и для современной техники, также для техники Второй мировой войны. Техники Советского Союза. То есть очень большой диапазон применения данных фар. Все очень натурально сделаны. Отражатели. Смотрите, как грамотно выполнены. Фары разные. И как видим, на одном литничке 7 пар фар. Видим фары такие с ушками, которые устанавливались на БТРах, на БМП, на гусеничной технике. И литник прозрачный, стекла фар и имитация лампочек. И теперь рассмотрим набор под артикульным номером 3501. Набор немного отличается от предыдущего. Здесь можете поставить на паузу и почитать. То есть фары можно ставить не только для автомобилей и бронетанковой техники советской армии, но и зарубежной техники. Также набор сделан очень качественно, очень хорошие отражатели. Но немного отличается сам корпус фары. Литник с прозрачными, со стеклышками, также имитация лампочек. И в сборе это смотрится очень-очень красиво. Я очень часто на своих моделях применяю данные аксессуары, данные наборы, чтобы заменить фары. На этом, друзья, буду заканчивать. Если вам понравились фары, то их можно приобрести в магазине «Я моделист», конечно, если они будут в наличии. Фары эти очень быстро раскупают, и их очень тяжело достать. Это вот одно из моих предупреждений. На этом заканчиваю. Всех благ вам и вашим близким. До новых встреч, друзья!